Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Pulley Sword. Также, кто уже заметил, я сейчас нахожусь в Roblox, который работает через Microsoft Store. И у меня есть хорошая для вас информация. До сих пор на старой версии Microsoft Store работает чит. Смотрите, если вы хотите, чтобы я снял видео о том, как скачать прошлую версию Roblox на Microsoft Store, давайте на этом видеоролике соберем 100 лайков, и тогда я ее обязательно сниму. Теперь переходим на мой личный сайт. Далее в поиске пишем Pulley Sword, нажимаем поиск. Находится один скрипт, пока что на этот режим я нашел только один нормальный скрипт. Больше, к сожалению, пока что не получилось у меня найти, но в любом случае найду. Значит, чтобы его получить, нажимаем на него. Нажимаем кнопочку Get. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Далее мы его копируем. Потом инжектимся к игре. И запускаем сам скрипт. Вот, как видите, он появился. Функций, в принципе, достаточно много. Давайте начнем проверять. Первая функция — это автотрейн. Включаем и смотрим, что происходит. И, как видите, скрипт за меня автоматически начал кликать и зарабатывать мне силу. Отлично. Дальше это автопоединок. Здесь выбираем, с кем мы хотим сразиться, с каким именно мечом. Давайте выберем, какой мне по силе это будет нормальный. Экстрим. Получается, ищем его. Стоп. Почему я листать не могу? Непонятно. Ладно, давайте стандарт, допустим, выберем и включаем автофайт. Так, мне прибавили победы, отлично. Короче, смотрите, стандарт — это, как я понимаю, все мечи, которые находятся на этой локации, возможно. И, короче, я сейчас сражаюсь именно вот с этим экстрим мечом. О, нифига себе, мне еще что-то выпало. Прикольно. Вот, и как видите, все работает, победы прибавляются. Короче, получается, на какой меч у вас хватает силы, с тем вы мечом и сражаетесь. А дальше функция автореберст включаем, смотрим, что происходит. Сделался у меня один реберст. И списалась вся сила. Дальше автоклейм гифтс. Смотрите, награды, которые у вас появляются здесь. Вы можете сразу за одну секунду их собрать с помощью этой функции. Нажимаем. И как видите, они автоматически собираются. Если они у вас, естественно, доступны. Дальше автохэтч. То есть нам нужно подойти к какому-то яйцу. Естественно, к тому яйцу, на которое у вас хватает побед. Вот, допустим, 125 оно стоит. Включаем эту функцию. И, как видите, у меня победа начинает списываться. И, естественно, открывается яйцо. Все, мне выпали пэты. Можно посмотреть здесь, какие пэты выпали. Одеваем самых лучших. В принципе, у меня и так самые лучшие одеты. Окей. EQ и Best — тоже самая функция, которая находится в этих пэтах. В принципе, без разницы, где ее использовать. И последняя функция — это Enter All Codes, то есть активировать все коды, которые есть в игре. То есть нажимаем. Как видите, если бы я их активировал первый раз, они бы у меня активировались. Но из-за того, что я активирую их второй раз, они у меня, естественно, не активировались. Короче, как-то так. Ладно, в принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился данный видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Эйзбан. Всем удачи и пока.